Всем привет! Вы смотрите «Универ Ньюс» в студии Валерия Муратова. Сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях Казанского федерального университета. Итак, сегодня в выпуске. Встреча латвийского писателя со студентами КФУ. Казанский университет примет участие в программе поиска полезных ископаемых на Луне. Разработка беспилотных авто Казанского университета вместе с компанией КАМАЗ. Герой нашего следующего сюжета работал сантехником, маркетологом, таксистом, а сейчас известный блогер и писатель. Латвийский автор из Риги под псевдонимом Слава Сэ пишет юмористическую прозу. Анна Глазунова расскажет обо всех подробностях встречи писателя со студентами Казанского федерального университета. Каких только интересных и известных гостей не было в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. В этот раз творческую встречу со студентами и преподавателями провел Вячеслав Солдатенко. Больше известный под псевдонимом Слава Сэ, популярный блогер и латвийский автор из Риги, пишущий на русском языке юмористическую прозу. В 2010 году вышла первая книга Славы Сэ «Сантехник», «Его кот», «Жена» и другие подробности. После нескольких допечаток тираж первой книги приблизился к 100 тысячам экземпляров. Первая книжка писалась 5 лет, и она была искренней. Она в том-то и дело, что писалась не за деньги. А потом произошла жуткая штука, мне дали большой аванс, правда, вот прямо здоровый, прямо вот такой дипломат с деньгами. И тут же писательство мое закончилось, потому что как только вы начинаете думать про читателя, как ему понравится, некий вот этот верхний поток, диктующий слова, он вас покидает. Кем он только не работал до того, как найти свое призвание. Имеет образование психолога, был маркетологом, психофизиологом, таксистом и диктором синхронного перевода. И в итоге нашел профессию по душе. Сейчас он папа двух дочек и известный писатель. Мой блог, я писал его себе, самому, где все будет хорошо. Не будет политики, не будет экономики, будет манная каша, малиновое варенье там. Котика нашли на улице, потом отправили назад, он какой-то невоспитанный. Неожиданно этот мир стал более востребованным, чем то, что советуют делать для раскрутки блога. На сегодняшний день у Славы Сэ более 170 тысяч подписчиков. Все началось с того, что он просто записывал какие-то ситуации, поступки, слова своих дочерей в простой и юмористической форме, а затем выкладывал их на своей странице. Такие небольшие рассказы быстро приобрели популярность, особенно были интересны мамам. Несмотря на свою известность, Славы Сэ нет в Инстаграме и Ютубе. Он объясняет это тем, что не нужно идти стандартными путями. Фотографии котиков бесконечно лепить. Это гарантированно 5 тысяч подписчиков у вас будет. Если вот вся лента сплошные вот такие, сякие, там они там. Если вы хотите, наверное, что-то достичь в сети, придумайте свой мир, который будет вашим уникальным. И тогда что-то, то есть не идите за кем, не ходите проторенными вот этими дорогами, стандартными путями. Беседа Славы Сэ с присутствующими гостями проходила легко и непринужденно. Каждый желающий мог задать интересующий вопрос. Говорили о кризисе творчества, о продвижении блога и многом другом. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Россия планирует добывать полезные ископаемые на Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической области. О том, какую роль в этом сыграет Казанский федеральный университет, мы расскажем вам в следующем сюжете. С 2031 по 2035 год Россия планирует доставить на Луну 4 автоматических космических аппарата. Один из этих аппаратов, Луна-31, привезет на естественный спутник Земли тяжелый луноход массой до 5 тонн, предназначенный для добычи полезных ископаемых. Но зачем вообще требуется отправляться так далеко для этого? В настоящее время тех полезных ископаемых, которые есть на Земле, их осталось максимум на 40 лет добычи. Это касается и золота, и алмазов, и прочих редкоземельных элементов. И, возможно, стоит посмотреть вокруг, чтобы понять, где же эти ископаемые можно все-таки получить. И пришла такая идея оценить, например, астероиды, насколько много в них содержится, так скажем, интересных для жителей Земли элементов. Оказалось, что в одном небольшом астероиде диаметром около 2 километров находится множество различных элементов, от железа и платины до никеля и кобальта. Естественно, все элементы присутствуют в массе астероида в разном количестве, однако их совокупная стоимость вполне оправдывает затраты на описанную космическую миссию. В России проблема исследования лунных и астероидных ресурсов активно занимается профессор МГУ Владислав Шевченко. В 2019 году опыт Шевченко стал использоваться и в Казанском университете. Аспирант Института физики КФУ Алексей Андреев по предложению
академик Шевченко приступил к разработке методов оценки селенофизических и морфологических свойств поверхности Луны и созданию имитационных моделей перспективных мест при лунении космических аппаратов. У Казанского университета пока роль очень небольшая, потому что в основном этой работой занимаются наши коллеги из Государственного астрономического института Штернберга, в частности, вот Владислав Владимирович Шевченко со своей группой вплотную занимается исследованием лунных ресурсов. А Казанский университет планирует начать с ним сотрудничество в ближайшие полгода. Вот. Работы будут вестись такие. Я думаю, мы будем исследовать влияние скорости падения астероидов на лунную поверхность на количество оставшегося вещества астероида в кратере. Однако связь между размером кратера и его содержанием, как отмечает аспирант, не прямая. Объем полезных ископаемых зависит от скорости и угла падения на лунную поверхность малого тела. Так, например, 25% всех ударников являются медленными, то есть такими, что их скорость при падении на лунную поверхность составляет менее 12 км в секунду. При такой скорости столкновения непосредственно на поверхности Луны может сохраниться до 50% астероидного вещества. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. Специалисты Казанского федерального университета займутся разработкой системы с использованием анализа Big Data для оценки эксплуатации беспилотных автомобилей КАМАЗ. Речь идет о получении информации из датчиков, в том числе о качестве заливаемого топлива. Об этом заявил ректор Ильшат Гафуров в своем интервью ТАСС. В связи с этим мы предлагаем посмотреть результаты сотрудничества КАМАЗа с КФУ. Разработка беспилотных автомобилей компании КАМАЗ продолжается. Благодаря проектам Казанского федерального университета в сфере беспилотного транспорта проект является уникальным. Порядка 30 минут без спутниковых систем наш КАМАЗ будет двигаться по дорогам, он будет это определять подстилающую поверхность, какая у него, будет определять, где у него там кочки, что у него там происходит, будет двигаться, будет сам строить свою цифровую карту, по которой он двигается. В конце концов, будет ее передавать другим КАМАЗам, которые идут за ним, или другим беспилотникам. То есть это такая, ну, это платформа фактически, вот, которую мы вместе с КАМАЗом развиваем. Ни одна из компаний-конкурентов, среди которых Mercedes, Volvo и Tesla, не используют подобные радары, способные исследовать дорогу. Volvo и КАМАЗ ведут разработки беспилотного транспорта для работы на закрытых площадках. Но для техники зарубежной компании необходимо дополнительное оснащение места работы, а продукт КАМАЗа сразу готов к работе без дополнительных условий. Система навигации КАМАЗа основана на уже существующих технологиях. Казанским федеральным университетом была создана система навигации внутри замкнутых пространств. Для закрытых территорий, таких как карьеры и заводские территории, такая система подходит лучше всего. Нами сейчас совместно с ПАО КАМАЗ разрабатывается автомобильный терминал, в котором совмещена прецизионная система спутниковой навигации, которая при этом не требует базовых станций, ну, так называемых станций дифференциальных поправок, станций точных поправок, совмещенная с нашей системой инерциальной навигации, и при этом общая себестоимость этого терминала планируется не превышать $250. Это, конечно, абсолютно беспрецедентная цена, но она именно и позволяет нам удовлетворить нашим экономическим характеристикам. Юридическая основа не позволяет использовать беспилотный транспорт на дорогах. На закрытых территориях это возможно, поскольку ответственность несет предприятие. Руководство предприятия защищает свою ответственность перед сотрудниками введением страхования сотрудников и предупреждением их. То есть, условно говоря, везде ставятся таблички, машина сама оснащается большим количеством как раз световозвращающих элементов, световой сигнализацией. Также КАМАЗ занимается разработкой автоматизированной сельскохозяйственной техники. Она относится к классу вот как раз вот тех разработок, которые сейчас вот ведутся, как раз, то есть в разработках на 2019 год, как раз вот первый проект, который сейчас будет реализовываться совместно с Россельмашем, это как раз автоматизация сельскохозяйственной техники, то есть это многофункциональных комбайнов. Разработки КФУ и КАМАЗа в автоматизации и навигации техники являются не только уникальными, но и с низкой себестоимостью. Система автоматизации для компании для обычных грузовиков будет стоить 200 тысяч рублей на 100 автомобилей, а на сельскохозяйственную технику, в которой необходимо автоматизировать больше процессов, 1 000 000 рублей. Низкая себестоимость сложилась благодаря тому, что в проекте используются разработки Казанского федерального университета по космической навигации. Артем Тупичкин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе новостей. До встречи!